комплектацию Каджар может входить система Easy Park Assist. Она активируется нажатием кнопки на центральной консоли. При нажатии загорится встроенная в выключатель сигнальная лампа, а на многофункциональном дисплее отобразятся соответствующие настройки. В меню выберите необходимый тип парковки – перпендикулярная, параллельная или диагональная, а затем подтвердите маневр. Включите сигнальную лампу указателей поворота с нужной стороны. Если скорость автомобиля составляет около 30 км в час, ультразвуковые датчики системы смогут искать свободные места на парковке. Найденное место будет отображаться на многофункциональном дисплее с маркировкой P до тех пор, пока не появится сообщение «Стоп», сопровождаемое звуковым сигналом. После этого автомобиль начинает маневрировать, и водителю не нужно управлять рулевым колесом. Однако водитель должен самостоятельно включать передачи, задействовать акселератор и тормоза, а также выполнять инструкции на многофункциональном дисплее. Во время маневра также задействуется классическая система контроля парковки. По завершении маневра на щитке приборов погаснет сигнальная лампа P, прозвучит звуковой сигнал и отобразится сообщение «Маневр завершен». Чтобы выехать со стоянки, активируйте функцию, выберите тип парковки. Включите сигнальную лампу указателей поворота с необходимой стороны и подтвердите маневр. Самостоятельно выбирайте передачу, задействуйте акселератор и тормоза. А также следуйте инструкциям на многофункциональном дисплее.